Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Приветствую всех миром Господа Иисуса. Мы начинаем еще одно издание программы Христианской Церкви Маранафа, провозглашая Вечное Евангелие. Добро пожаловать на нашу программу, которая создана для вас и для вашей семьи. Давайте мы продолжим участвовать, изучая уроки о скинии. И если вы еще не посмотрели уроки по этой теме, зайдите на наш канал на YouTube и смотрите предыдущие издания программы, в которой вы можете узнать откровения и темы, которые мы изучали об Иисусе в Ветхом Завете. И продолжая изучать эту тему, мы узнаем и поговорим о других составляющих скинии, которые будут говорить об Иисусе. На нашем занятии «Организация и методы» наша сестра Луани, она поделится с нами о питании для малышей и на занятии для детей по музыке. Наша учитель Жанаина, она продолжит учить нас, как играть на гитаре. А сестра Жована поделится с нами о скинии. Это рубрика «Заветы Манаима». Господь да благословит всех вас. Мир Божий, пастор Сержа, мир Божий. Это великая радость знать, что вы смотрите эту программу. Нам присылают множество свидетельств и комментариев о программе, возвещая, провозглашая Вечное Евангелие. И вы также можете участвовать. На экране появится QR-код, вы можете приблизить к нему камеру вашего телефона, и вы откроется, на вашем телефоне откроется номер WhatsApp, по которому вы можете послать ваше послание, ваши вопросы, ваши переживания, ваши свидетельства. И мы с вами сейчас посмотрим, как наши братья и сестры, какие послания нам прислали. Брат Эдилсон Флориано прислал нам из города Риберо-Прету в Сан-Паулу. Три новообращенных пришли в церковь, и они участвуют в программах, которые транслируются по телевидению, и в особенности о скинии, и это привело их к тому, что они пришли в нашу церковь.
Брат Джузе Филиппе из города Лагарто, штата Сержипе, написал: «Для меня очень назидательно, но узнавать о Слове Господнем, зная, что вся Библия пророчески указывает на Господа Иисуса». На прошлой неделе мы оставили вопрос о хлебах предложения и их пророческом аспекте. И брат Карлос Энрике из города Ресив Пернамбуко написал нам: «Хлеба на этом столе пророчески указывают на Господа Иисуса, который пришел с небес и который есть наш хлеб ежедневный, хлеб с небес». Брат Даниил де Кастро Алвес, ему 12 лет, из города Бело-Оризонти, написал нам: пророческие аспекты стола хлебов предложения – это дерево, облеченное в золото, которое говорит о Господе Иисусе, который, несмотря на то, что он был человеком, был облечен в силу Божию и после своей смерти и воскресения был увенчан как царь, одесную Бога Отца. И еще брат Карлос написал нам из города Кариасика, штат Испириту Санту, Луис Карлос Грасси: «Иисус приготовил этот стол, и Он сам есть хлеб предложения. В прошлом лишь священники могли входить и есть этот хлеб, но теперь церковь времени вскоре имеет право входить во святилище». Мы благодарим участие всех тех, кто написал нам. Мы говорим об Иисусе в Ветхом Завете и о спасении, показывая богатство, пророческое богатство между прообразами Ветхого Завета и служением Господа Иисуса. И сегодня мы продолжим говорить о скинии и собрании, и мы прочтем из книги «Исход», глава 25, стихи 8 и 9: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них все, как я показываю тебе, образец скинии, образец всех сосудов ее, так и сделайте». Скиния была местом, чья постройка и использование Бог открыл, чтобы там, во святилище, мог Бог обитать со своим народом, в этой скинии. Мы уже поговорили о внешнем дворе, о входе, двух входов: вход во дворы скинии, вход во внутреннюю, во святилище, и поговорили уже о бронзовом жертвеннике всесожжения, о медном море, о столе хлебов предложения и о золотом светильнике. А теперь, Сержи, мы можем очень быстро вспомнить обо всех этих элементах, обо всех этих составляющих святилищ, скинии. Был вход со двора, называлась дверь, и был внешний двор, было святилище и святой святых. И Иисус есть дверь спасения. И вход во скинию, он указывает на Иисуса. Жертвенник из бронзы, жертвенник всесожжения, который мы видим, как только входим во святилище, это было место, где жертва или животное проливало свою кровь для прощения грехов. Алтарь, этот жертвенник, пророчески указывает на крест Голгофский, где Господь Иисус пролил свою кровь, чтобы простить наши грехи и даровать спасение человеку. Сразу после этим, после жертвенника, как мы можем увидеть на этом макете, они должны были умываться в умывальнице.
или мы в умывальнике, который был наполнен каждый день водой. Это пророчески говорит о том, что человек каждый день должен обмываться, освящаться для того, чтобы быть святым. И также это указывает на крещение, на водное крещение. А внутри самой скинии, внутри во святом, во святилище находился стол предложений, стол хлебов предложений. Хлебы предложения, они должны были приноситься каждый день, что пророчески указывало на то, что Господь Иисус, как хлеб живой, сходящий с небес, хлеб живой, никогда не перестанет питать тех, кто приходит к Нему. Последнее, о чем мы говорили на прошлой программе, мы говорили о светильнике, о золотом светильнике, чей свет светил постоянно, что пророчески, чудесным образом говорит о Господе Иисусе, который есть свет, который никогда не гаснет. Что за чудное откровение? И еще во святилище также находился жертвенник курения или жертвенник из золота, как написано в книге Исход 30 главе с 1 по 3 стих. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». Длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя, и из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги сделай, и сделай к нему золотой венец его. Этот жертвенник курения, он находился перед завесой, которая была во святой святых. Каждый день, когда священник приносил хлебы предложения и дополнял масло во светильнике, он сжигал курение на этом алтаре. Библия говорит нам, что этот алтарь, этот жертвенник курения, он был сделан из дерева сетим, но он по сверху был весь облечен в золото, что пророчески указывал на Господа Иисуса в своей человечности, в своем смирении, которое представлено в дереве, а также своей его царственность, которая представлена в золоте, которое облекало это дерево. Мы также видим, что во святом святых, вот здесь последний, части скинии, первосвященник входил лишь один раз в год. А во святое, во святилище, где находился алтарь, жертвенник курения, священник входил каждый день, два раза в день. Интересно, Сержио, заметить, что так же, как курение возносилось дважды в день, как ты уже сказал, ее ароматное курение, оно наполняло и святое святых, наполняло всю скинию. Но превыше всего святое святых, что, о чем говорит и Давид в Псалме 140-м, в первом стихе, во втором стихе, извиняюсь, «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 140, стих 2. И это переживание царя Давида, как человека, который поклонялся Господу, еще в скинии пророчески, Давид пророчествует о великой жертве Господа Иисуса, потому что Иисус в один вечер он принес себя в жертву на Голгофском кресте, он предложил себя Богу для искупления человека. Поэтому псалом, есть жертвенник всесожжения, жертвенник курения, говорит нам об молитвах народа Божия, который
обращены к Богу во имя Господа Иисуса, и также говорит об общении между Богом и человеками посредством действия Духа Святого. И этот жертвенник, кадиль или жертвенник курения, и священник, он входил во святилище, зажигал, и курение, оно восходило, наполняя весь этот, все это. И что говорит, что дурной запах греха удален был этим благим благоуханием Христом, как написано во 2 Коринфянах, 2 главе, 15 стихе. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Иными словами, это курение Ветхого Завета для нас сегодня, это присутствие Господа Иисуса, это очищение от греха, и наш грех удален этим благовонием Христовым в нашей жизни, и это действие Духа Святого. Очень важно также заметить, Сержа, что курение, это благоухание, оно не могло быть каким-либо любым. Бог открыл, чтобы это были специфические ароматные травы, оно было чистое и святое. И его должно было перемалывать, его должно было топтать. И Бог, он не принимал курение странного, которое не было, не соответствовало тому, что Бог открыл. И сегодня Бог не принимает ничего другого, кроме того, что Он открывает в Своем Слове. И также курение должно было топтаться и должно было быть перемолото, что пророчески говорит о Господе Иисусе, как говорит пророк Исаия в главе 53. Он был за наши грехи, он был изранен, измучен. А теперь мы споем псалом. Мы приглашаем всех тех, кто знает этот псалом, пойте вместе с нами. Пойте и прославляйте Господа, ибо хвала освобождает нашу душу, и Бог радуется хвале своего народа через псалмы. Участвуйте вместе с нами. Господь благословит ваше сердце. О, благодать! Спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слеза, твой мир течет рекой. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но ты всегда была со мной, ведешь меня домой.
Когда же плоть моя умрет? Придет борьбе конец. Меня в небесном доме ждет и радость, и венец. Словам Господним верю я, моя вся крепость в них. Он верный щит, Он часть моя во всех путях моих. Слава Господу, да будет прославлено имя нашего Господа. А теперь мы войдем во святое святых. Вот в эту последнюю часть или святилище, во святое святых, которое установило Божье несомненное господство в жизни Израиля. Святое святых — это было место, в котором Господня слава являлась. Это было место, в которое лишь первосвященник входил однажды в год. Но, несмотря на это, Библия говорит нам, что когда Иисус был распят и провозгласил громким голосом «совершилось», и умер, предал свой дух, в тот момент завеса храма в городе Иерусалиме, где Иисус Христос был распят, завеса в этом храме разорвалась сверху донизу. Почему? Потому что храм в Иерусалиме, он заменил скинию. И эта завеса, которая разорвалась, когда Иисус умер на кресте, на самом деле этот храм, в нем также было святилище и святое святых, и в него также входил лишь священник, первосвященник входил один раз в год. Посему мы можем сказать, что кровь, пролитая Господом Иисусом его, во время его смерти, дала начало новому завету между Богом и человеками посредством крови Господа Иисуса. И теперь нет больше этого препятствия, и нет больше... Не только первосвященник теперь входит, как мы можем увидеть в книге Евреям, 4 главе, 14 стихе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Послание к Евреям, 4 глава, стихи 15 и 16. Очень важно заметить, что эта третья завеса, она находилась вот здесь, вот разделяя святилище от святого святых. И лишь первосвященник мог входить туда один раз в год. Кровь Иисуса была пролита, и эта завеса была разорвана, и сегодня мы можем входить в присутствие Божие благодаря крови Иисуса и ощущать радость. И видя эту разорванную завесу и имея доступ к Богу Отцу, это привилегия тех, которые освящены Господом Иисусом. И внутри святого святых находился также ковчег Завета. Ковчег Завета, которая была причиной всего постройства храма и скинии, потому что Бог желал говорить к человеку. Давайте посмотрим книга Исход, 25 глава, 10 стих, чтобы увидеть, как Бог открыл о ковчеге, что Бог сказал об этом. «Сделайте ковчег из дерева тетим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя». Ковчег Завета была внутри себя, она содержала 3 элемента. Вот посмотрите, вот здесь вот приблизительное
иллюстрация Ковчега Завета, и вот в нашем макете также мы можем увидеть иллюстрацию внутри самого Ковчега Завета. Это был как ящик открытый. В нем находился золотой сосуд с манной, находился жезл Аарона, расцветший, и также скрижали Завета. Очень важно напомнить, что манна – это было питание, которое поддержало евреев, народ израильский, в течение всего их путешествия по пустыне, начиная с момента, когда они вышли из Египта, до момента, когда они вошли в Ханаанскую землю, что длилось 40 лет, как показывает нам карта. Ежедневный хлеб, хлеб насущный. С тех пор, как они вышли из Египта, 40 лет они путешествовали по пустыне, но ни разу они не остались без хлеба. Он падал каждый день. И это манна пророчески, этот хлеб, который сходил на рассвете, чтобы они могли питаться, они готовили его, они могли печь, они могли делать из него хлебы, и у него был вкус меда. Это Бог открывает свою заботу о питании человека, своего народа, и они ни в чем не нуждались. Что пророчески говорит об Иисусе в Ветхом Завете. Почему? Потому что Иисус есть хлеб живой, сходящий с небес, который поддерживает тех, которые питаются от Него до самого дня, когда они будут призваны в вечность Господом Иисусом. Ибо Он хлеб живой, Он питает для спасения души. Еще один вопрос, очень интересный. Это народ, что народ питался манной 40 лет и до того момента, как люди, народ израильский, до того, как они не вошли в обетованную землю, как написано в Библии. Еще одна пророческая параллель. Чудесная пророческая параллель. Господь Иисус, когда Он говорит апостолу Иоанну в книге Откровения, в главе 2, 16 стихе, Он говорит: «Побеждающему я дам вкусить сокрытую манну, сокровенную манну». И эта манна, которая падала каждый день, это пророчество о Господе Иисусе. Это живой хлеб, как написано в Откровении 2 главе 17 стихе. И эта тема аскини, это величайшая ценность для нас. Каждый элемент, который представлен в этой скинии, они все связаны между собой. Это откровение, которое показывает нам чудесную личность Господа Иисуса, которую мы можем увидеть в скинии. И на самом деле Он открывается нам Духом Святым. Церковь, верная церковь, она же является живым свидетельством пророчества Господа Иисуса в Ветхом Завете и спасения. На следующей передаче мы продолжим изучать скинию, смотря и рассматривая еще другие откровения. Маранафа, Господь Иисус грядет. Слава Господу! Аминь! Наша рубрика «Завету Манаима», они связаны с нашими семинарами и воскресной библейской школой, которая проходит каждое воскресенье в 10 утра на нашем канале на Ютубе. Продолжайте смотреть эту программу «Возвещая вечное Евангелие»,
и остальные рубрики, которые последуют. В этот момент еще раз на экране расположен QR-код. Вы можете приблизить камеру своего телефона, и откроется номер телефона на WhatsApp, по которому вы можете прислать нам ваши переживания, ваши свидетельства. Участвуйте, пишите нам. Пишите, нам очень важно. Мы всегда рады получать ваши послания. Вы можете также ответить на вопрос, также приблизив камеру к QR-коду, который находится сейчас, и вам будет послан вопрос, и вы можете ответить на этот вопрос. Вопрос, какие пророческие аспекты жертвенника курения упомянуты в книге Исход 30 главе? Какие пророческие аспекты жертвенника курения упомянуты в книге Исход 30 главе? Участвуйте, присылайте нам ваши комментарии, ваши ответы, ваши предложения, ваши свидетельства. Мир Божий всем вам. Мир Божий. Иисус шел по дороге в Иерусалим. С ним шли его ученики, а также фарисеи. Ученики его радовались. Они пели, воздавали хвалу, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Пой, народ мой, радуйся, народ мой, ибо праздник не будет иметь конца. Закончившись здесь на земле, он продолжится на небесах». Фарисеи жаловались и говорили Иисусу, повели ученикам и народу, чтобы они замолкли, чтобы они не тревожили города. Но Иисус, посмотрев на них, сказал им: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Пой, народ мой, радуйся, народ мой, ибо этот праздник не будет иметь конца. Закончившись здесь на земле, он продолжится на небесах. А мы, зная это, что Иисус сказал: прежде чем камни возопьют, мы взываем Господу. Иисус сошел из своей славы, чтобы даровать нам спасение. Нет ничего, что сможет украсть эту радость из моего сердца. Какое чудесное благословение знать, что Святое Святых открыто для того, чтобы мы могли иметь переживание близкого общения с Богом, молиться к Нему и быть услышанными им. А теперь мы представим вам рубрику «Организация и методы». Родители, матери, отцы, вы знаете, как организовать здоровым образом питание ваших малышей? Смотрите нашу рубрику, ибо сестра Луани Маньягу, она расскажет нам на эту тему. Она нутриционист.
Я приветствую братьев и сестер миром Господа Иисуса. Меня зовут Луани Маньяго, и я нутриционист. И мы поговорим о питании детей и малышей. Очень важно продолжать кормить ваших малышей здоровой пищей, натуральной пищей, и чтобы основой питания малышей были фрукты, овощи, яйца, мясо и, иными словами, натуральная пища. Но начиная с 2-3 лет, наши дети им начинают иметь доступ к переработанным продуктам дома у бабушки, у тети, у родственников, у друзей. Они начинают употреблять пищу, продукты более переработанные, которые имеют больше сахара, содержание сахара, и которые нездоровы для детей. Очень важно поэтому семья, чтобы семья могла научить малыша, что эти продукты питания не являются его питанием, нормальным питанием, а лишь исключением из правил. Он может есть это иногда дома у своих родственников или на каком-то празднике, а дома родители должны продолжать питать ребенка нормальным продуктами, натуральными, естественными продуктами, овощами, чтобы ребенок во время обеда и во время ужина имел доступ к овощам, различным овощам и фруктам, чтобы продолжал питаться и понимал, что эти продукты питания должны быть базой его питания. И эти продукты питания более переработаны. Очень важно даже не держать такое дома, чтобы, если ребенок, например, остался дома после обеда, он наверняка между фруктами и каким-то печеньем он выберет печенье, потому что они более удобны для ребенка. И если вы не будете даже держать этих продуктов дома, то это поможет вашему ребенку питаться правильной, здоровой пищей. И очень важно напомнить, что переработанные продукты питания, они всегда способствуют развитию различных болезней, таких как диабет, рак и другие заболевания, атеросклероз. И это приходит, все это приходит благодаря продуктам питания, которые переработаны с большим содержанием сахара или жареным продуктом. И очень важно заметить, что ребенок, начиная с 2 лет, он начинает уже выбирать продукты питания для себя, даже если он до этого ел что-то. И очень важно, что ребенок должен понимать, и родители не должны нервничать и переживать, что родители... Мы должны продолжать предлагать эти продукты питания, но не заставлять детей или ругать ребенка, или давать им какое-то вознаграждение, если они будут есть. Мы должны продолжать предлагать, продолжать на нашем примере показывать ребенку, чтобы этот ребенок понял, что очень важно питаться здоровой пищей и с нашим терпением и настойчивостью ребенок вернется и будет опять есть эти здоровые продукты питания. Очень важно организовывать наши продукты питания, очень важно иметь уже помытые овощи, фрукты, чтобы ребенок мог есть. Нужно обязательно организовывать это питание, чтобы ребенок мог видеть это все, и чтобы он также мог учиться, как питаться здоровой, правильной пищей, и которые принесут столько блага вашему ребенку и его здоровью. Я уже приготовил мою гитару. Давайте мы продолжим изучать этот инструмент. Наша учитель Жанаина Зумак, она продолжит учить вас, научит вас псалму. Возьмите ваш инструмент и давайте прославим Господа.
Мир Господа Иисуса, и в особенности наши дети и подростки. Вы занимались дома? Мы знаем, что вы занимались. Вы обратили внимание, что на прошлом уроке мы не смогли поделиться нашими видео, потому что для того, чтобы научиться играть на гитаре, нам нужно немножко больше времени. А сегодня мы можем посмотреть. Это группа из города Волта-Редонда, штата Рио-де-Жанейро. Наши учителя, они разработали, занимаются с нашими детьми. Сестры Бианка и Габриэла из города Итамаражу, штата Баия. Баия. Это малышка Роберта из города Теофило Отони, штата Минас-Жерайс. Ей 6 лет. Это брат Калеби из города Бразилия, штата Дистрито Федерал. Малышка Лавиния Дарос из города Кариасика, штата Эспириту-Санто. Пауло Энрике из города Акламасан, штата Сан-Паулу. Ему 9 лет. Лорензо Резенди, ему 7 лет, и он из города Сан-Жозе, штата Санта-Катарина. Какое это благословение, слава Господу! Мы с вами учимся играть в упрощенной форме вступления к псалму «Приди к народу». Мы уже узнали ритм, аккорды, и мы уже также сыграли вступление. Вот здесь находится ритм, ритм кантри. И чтобы вам упростить, мы уже научились на флейте играть вступление, а цифровки сверху находятся сверху. А вот здесь, с этой стороны, находится весь псалом с цифровками. Вступление, до, соль, ля и ре. А я вам лучше объясню сейчас весь псалом. Над словом псалом, над словом «вей» находится соль, дальше «до», над следующим словом находится соль, вот здесь вот в середине находится «ля», и в конце этой фразы находится «ре», аккорд «ре», далее соль, на начало следующей фразы, на середине мы меняем аккорд на до, в конце фразы сменяем обратно на соль. Вот здесь вот начинаем аккорд аккорда соль, дальше меняем на ре, позже в конце фразы меняем обратно на соль. А теперь припев. В начале фразы начинаем с аккорда до. В конце фразы меняем на аккорд соль. Далее, в середине следующей фразы мы меняем на аккорд ля. Позже, после, в конце меняем на аккорд ре с седьмой ступенью, септаккорд. Начинаем следующую фразу с аккорда до, майор.
потом соль, потом до мажор, дальше снова меняем на соль. Эта фраза, она немножко быстрее, потом ми минор, начинаем с ми минора, потом меняем на ля минор, дальше ре майор, и в конце меняем опять на аккорд соль. А вот здесь вот и будет проигрыш. Проигрыш, он точно такой же, как и вступление. А после мы повторим весь псалом. Аминь. А теперь давайте попробуем сыграть вместе. Возьмите вашу гитару и давайте со всей радостью прославим нашего Господа Иисуса. До следующего занятия. Мир Господа Иисуса всем вам. Приди к народу, который знает дорогу в вечность. Там, где пророчество указывает путь, этот народ следует и достигает спасения. Приди! Иисус, Он здесь. Окунись в воды спасения. Эти воды исцеляют. И новым творением ты станешь для того, чтобы прославлять Бога. Мы получаем множество посланий, которые говорят нам, что урок для малышей и средней группы, и наших подростков, они приносят великое благословение не только для детей, но также и взрослых. И этот урок, он имеет, он связан с рубрикой «Заветы Манаима». И сестра Жанаина, она расскажет, она расскажет нам о пути во святое святых. Мы приветствуем наших детей, наших подростков миром Господа Иисуса. Сегодня наш урок будет о пути во святое святых. Давайте прочитаем наше слово. Послание к Евреям, 10 главе, 19-20 стихи. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. На прошлом уроке мы узнали, что святое святых – это то, где Бог обитал, где Он говорил к своему народу. И теперь мы узнаем, как нам войти. Чему же мы научим? Путь во святое святых, как мы узнали на прошлом занятии, это присутствие Господне, это то, где Господь обитал и говорил к народу. И теперь мы узнаем, как нам входить в присутствие Господне. Когда израильтянин хотел искать благословение Божие, искать лица Божие, исповедаться о своих грехах, он взбрал Агнца и шел в скини. И в скини можно было войти только одной дверью. О чем это говорит нам? Иисус есть дверь. Нет другой, никакой двери. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, сказал Иисус. Иисус есть дверь. Мы должны входить через Иисуса. После того, как Он входил через дверь, что Он видел? Жертвенник всесожжения, бронзовый алтарь, на котором Он приносил в жертву ягненка или животное.
Ибо Библия говорит нам, что душа согрешающая, та умрет. Но Господь не хотел, чтобы люди умирали, поэтому Он научил людей, чтобы они приносили жертву животных вместо себя. И это животное указывало на Господа Иисуса, который умрет за нас. Что за чудесная любовь Божья. И Бог также открыл нам еще что-то другое. Посмотрите, вот здесь вот находится бронзовый умывальник. Она внутри была настолько чистой, что она была похожа на зеркало. И это говорит нам о Слове. Иисус сказал им, вы уже очищены через Слово. Это Слово начищает наше сердце, потому что мы смотримся в Слово, как в зеркало, и мы видим, где у нас лицо, какая-то грязь, и мы умываемся через Слово. И в Слове мы можем увидеть, что угодно Господу, что не угодно, и удалить это из нашей жизни. И для нас открывается вход во святое. Посмотрите, во святилище. Первое, это было святое место, там сиял свет семисвечника. Туда не входил свет извне. Лишь свет изнутри, ибо лишь Дух Святой может осветить нам славу Божию. Все было создано из золота, все сверкало. Человек не мог входить туда, и туда не входил естественный свет, свет солнца, но свет Господа Иисуса, Он открывает нам чудеса Божии. Церковь, как тело Христово, которое поддерживается хлебом живым, сходящим с небес. И хлеб этот был приносим вот здесь, вот на этом столе, столе хлебопредложения. Иисус сказал, что Он не пришел, чтобы осудить человека, но чтобы благословить человека, принести ему жизнь. И молитвы наши, они восходят, как курение, которое вот там вот на алтаре. Это было особенное курение. И огонь, который брался, он брался с этого жертвенника, с медного жертвенника. Поэтому хвала, которая исходит из вечности, она наполняет наши сердца, она возвращается. Иисус вошел в наши сердца, очистил, осветил нас Духом Святым. И теперь мы предлагаем Господу хвалу. А теперь мы входим во святое святых, в присутствие Господне. Кровь была окроплена первосвященником однажды в год. И также Иисус, когда Он освящает нас, Он принес Себя в жертву, чтобы представить нас Господу. И Он дарует нам великие благословения, духовные дары, проявления Божия посреди нас. У Бога есть скиния на небесах. И вы приглашены войти в эту скинию. Иисус вернется, и Он заберет свою церковь, чтобы жить с Ним в вечности. Пусть дарует вам это благословение. Аминь. Когда Израиль вышел из Египта, Израиль воспел хвалу. Господь есть сила моя. Он был мне спасением. Он мой Бог. И Ему построю место обитания. И Господа я прославлю, потому что Он мое спасение. Он мое убежище, моя крепость. И Ему я позволю обитать в моем сердце. Когда Израиль вышел из Египта, Израиль воспел хвалу. Господь, крепость моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его. И Ему создам я обиталище, и Господа прославлю, превознесу Его, ибо Он мое спасение,
Он мое убежище, моя крепость. Ему я создам место обитания в моем сердце. Напоминаем, что месяц октябрь для нас – это особенный месяц. Это месяц празднования. Мы празднуем годовщину Христианской Церкви Маранафа, и который, по откровению Господню, мы называем месяц посвящения, в котором мы посвящаем себя больше, хваля Господа в молитве, ища Его лица. И когда мы посвящаем Ему еще больше нашу жизнь, это месяц празднований и радости за все благословения, которые Господь дарует нам, которые приносят нам радость. И как часть этих празднований, на следующей неделе мы начинаем новый проект «Семинары», через наш канал на Ютубе, краткие занятия в течение 5-6 минут, которые открывают нам проект Божий для жизни человека. И на первой нашей публикации мы поговорим на тему «Многообразная благодать Божия, которая была дана пастором Джедалти Гейрусом, президентом Христианской Церкви Маранафа». Заходите на наши социальные сети, Facebook, Instagram, на канал на YouTube и смотрите все, что уже опубликовано. Хотел бы также обратиться к вам, которых коснулась эта программа. Если вы еще не знаете Христианской Церкви Маранафа, не имели переживания с Богом, пережить личную встречу с Богом, это намного больше, чем иметь какой-то религиозный опыт, познать Бога, услышать Его и жить вводимый Духом Святым. Это и есть переживание с Богом. Для всех тех, кто проживает на территории Бразилии, на экране находится номер телефона, по которому вы можете позвонить в любое время суток, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, по которому, позвонив, наши пастора ответят на ваш звонок и дадут вам слово от Господа, помолятся за вас. И я хотел бы напомнить вам, что мы, в Бразилии, уже вернулись к нашим служениям в наших церквях и в среду, и в четверг, в субботу и воскресенье в 7:30. Вы можете зайти на сайт Христианской Церкви Маранафа, чтобы найти адрес наших церквей в Бразилии и за рубежом. Мы также хотели бы напомнить, что мы всегда соблюдаем все руководство Министерства здравоохранения, но мы также продолжаем транслировать наши служения каждый день на нашем канале на YouTube в 20 часов, 8 часов вечера. Вы можете также заходить на наши веб-сайты, на наши приложения «Радио Манаим», «Церковь Маранафа». Вы можете зайти на наши каналы и узнать больше о нас. И на нашем приложении «Радио Манаим» вы можете 24 часа в сутки слушать наши послания и псалмы. Таким образом, подошли к концу нашей программы «Посвящая вечное Евангелие». Не забудьте, каждое воскресенье в 10 часов утра по бразильскому времени мы транслируем наше служение Воскресной библейской школы, а на следующей неделе, если Господь позволит нам, будем вместе с вами еще раз на еще одной программе «Провозглашая вечное Евангелие». Маранафа, Господь Иисус грядет!